Сегодняшний прекрасный день. Я хотел бы начать, чтобы добавить немножечко политики. И нет, не то, чтобы там кто-то НАТО, кто-то не НАТО. У меня как бы развлекательный контент. Я просто хотел один паблик в жопу и в рот одновременно. Я каким-то образом, да, сидя дома, успел, блядь, уехать в другую страну, если что, типа. Я куда... А куда я уехал? Я не знаю, куда я уехал. Там не написано. Но там просто... Там написано, что блогеры начали съебаться из России, и там еще я, типа. Там моя фотка. Меня там назвали трусом и предателем. Со всей кучкой этих типов, которые съехали. Начнется пиздец, я, скорее всего, съеду, правда, типа. Ну, как-нибудь, куда-нибудь. То есть, я как бы не отрицаю. Но! Я к тому, что это ебаные фейки какие-то. Более того, знаете, кто еще хуй? Просто предатель родины. Хесус, который 2 года уже в Америке живет, он тоже предал родину только что. Поехали, смотрите, читайте. Бля, это я. Почему я тут? Кто тут глав вот этой шарманки? Почему я с Николаем Соболевым, Гусейном Гасановым и с Михаилом Лазутиным? Я не понимаю. Блогеры в массовом порядке покидают Россию на фоне призыва в армию. Вокруг столько людей, поддерживающих спецоперацию буквами Z, неужели их не хватает для мобилизации? Так ты блогер. Ну я был... Я не блогер, я стример. Это первое. Почему я тут в этой новости? Возможно, кто-то подумал, что эта фотография сделана в Анталии где-нибудь. Такой пиздец мост. Но нет, это Петербург. Питерцы должны знать этот мост. Это другая сторона Питера просто. Боже, что в комментах пишут? В комменты лучше не залезать. Там такие диванные аналитики. Я думаю, если им сейчас позвонить на телефон, то он очканет и съебет из страны. Но в комментариях он ебет патриот вот так вот. Бьет себя в грудь. Очень жалко, я бы таким позвонил реально. Я бы сказал, алло, вам повестка, блядь. Я бы посмотрел, как он в штаны насрал бы. Поэтому я хочу сказать, что я не осуждаю людей, которые съебались из страны. Я не осуждаю. Потому что если рассмотреть с другой стороны, то это их право, люди хотят жить. Они уехали. Что лучше, чтобы он остался, воевал, сдох или кого-то убил, или уехал? Я считаю, уехал. Я осуждаю тех уебищ, которые топили за войну и уехали. Админ вот этой хуй... Я не знаю, что это. Удали мою фотографию. Я, сука, накатаю такую кляузу во ВКонтакте, ты охуеешь. Ну че, с какого хуя я бы ехал куда-то? Вы мне скажите, почему я с ними нахожусь, я не понимаю. И там все меня хуя кроют. Пожаловаться. Обман. Введение в заблуждение. Отправляю жалобу. Модератор, я надеюсь, вы ВКонтакте вы разберетесь с этой проблемой. Я понимаю, наверное, статейка не работает, распространение фейк-информации. Прикиньте, мне сегодня приходит... Я зашел к кому-то, мне говорит, Вован, ты че, уехал? Я говорю, что, куда? Кидают эту ссылку, я такой, чё? Не, фотка передает вообще все, что сейчас происходит во всем мире, вот. Удалили, нет? Не, не удалил, гандон. Кто там, Дмитрий Шенин, гандон, сука, фу, мерзкий. ВК не помню на жалобы, я сейчас напишу, кому надо. Сейчас, во-первых, я позвоню, кому надо. Вы чё думали, я тут не рулю, что ли? Я шеф. Хули сбросил, шеф звонит. Занято. Ты чё, охуел? Вопрос срочной важности. Алло, ты охуел сбрасывать, алло? А, ты берешь, я сбрасываю? Короче, лагода. Нужен контактик, мою апелляцию быстренько рассмотреть. Куда? Во ВКонтакте, ВКонтакте. Напи***ли на меня, представляешь, во ВКонтакте. Ну что я, там меня в кучу с блогерами, которые съебались из страны запихали, представляешь? Че ты ржешь, сука? Ага, скинуть, да, пост? Сейчас скину, давай, ладно. Он заржал. Ну я тоже поначалу заржал, а потом мне было не смешно, я думаю, схуяли вообще. Сейчас мы меня оттуда уберем. Не, ну смотрите, я же не крыса какая-то, правильно? Я попросил, правильно? Никто не отреагировал. Ну я что, виноват, что он не отреагировал? Надо бы как-то вопрос решать, потому что это фэк. Нельзя вбрасывать такие вещи на шефа. А, не закрепили этот пост. Ну, я тебя сейчас маму вы***ю. О, насчет, сука, закрепил, ты прикинь? Вот, ой, ну, сука. Ты... Тысячи репостов. Да. Так можно срать просто, что админ г***он, и все. Ты съебался из России, да? Ты говорил еще, что не уезжаешь? Ну, ты на стриме еще не рассказывал, да? Да, я на самом деле, да, уже на самом деле в Анталии, если кто не знал. У меня соседняя Анталия, в соседнем подъезде, откуда я переехал. Там Москва была, я сейчас в Анталии. Жестко. Вот видите, у нас мост красивый здесь.